полтора месяца назад, просто в дневное время она была дома, размышляла над Словом Божьим, и Господь проговорил в ее дух. Он сказал это так четко, что она это сразу поняла. Что, Маша, ты услышала? Я услышала, что ты исцелена. Вот просто расслабься, ты исцелена. И с того момента уже полтора месяца, ну, слава Господу, наладилась работа кишечника. Я благодарю Господа, это Его слава. И спасибо Иисусу, слава Ему. И еще у нас есть наша сестра Ирина. Вот пока найдет, я расскажу, что она уже вот второй раз учится, первую школу она прошла, школа «Новая жизнь», сейчас она проходила школу, библейскую школу освящения. И знаете, муж и жена – это одна плоть. И пока Ирина здесь вот получала от Господа благословение и помазание, Бог явил славу в жизни ее мужа. Ее мужа, который работает, вот суть его работы в том, что он отвозит грузы в другую страну. И он водитель, да. И вот Ирина хочет рассказать, как Господь вмешался в его ситуацию, как он явил свою славу в его жизни. Уже сказала Аленочка, что мой муж водитель, и он возит грузы за границу, в разные города. Ну и процедура такая, что он переводит груз, там где-то разгружает его, потом он переезжает в другое место. Пока там идет процесс, пока загрузку найдут, он загрузился, оформляются таможенные документы, и он возвращается обратно. Понятно, что это, учитывая, что это надо переезжать, учитывая всю вот эту нашу бумажную дела, это занимает какое-то время, ну, примерно 3-5 дней. А если выпадают выходные, случается суббота, воскресенье, то, понятно, это дело затягивается. И вот он уехал во вторник, в пятницу он уже был на месте, значит, его утром разгрузили, он переехал в следующий город и там должен был ждать. Но, вы знаете, милость Божья, его любовь, его защита, она везде, она не знает границ. И правда говоря, очи Господни на всяком месте. Я пришла вечером домой после школы, мы, как обычно, с ним созваниваемся, и я говорю, ну как дела, когда там у тебя следующая загрузка? Он говорит, ты не поверишь, я уже еду домой. У меня просто, знаете, вот как-то так. Я говорю, то есть, ну ты объясни как. Значит, он разгрузился, переехал в другой город, там уже был готов груз, его загрузили, все документы ему оформили, и к вечеру они были готовы. Когда он позвонил, он говорит, я позвоню своему начальнику и говорю, Дмитрий, я уже готов, я еду домой. Значит, на том стороне телефона вначале было молчание, потом два вопроса. Станислав, вы что, шутите? И второй, вы что, не совсем трезвый? Почему шучу, почему не трезвый? Я действительно еду домой. То есть в практике этого предприятия такого никогда не было. Это нереально. Вот по нашим мирским законам это просто невозможно. Но Богу невозможного нет. Поэтому вся слава, вся честь Ему. Вот это так, что учусь я, а получает благословение от мужа. И только мой муж обильно. И поэтому, знаете, Бог работает в сердце моего мужа. Он работает в нашей семье. И слава Богу, мы все ближе и ближе к Нему. Так что, дорогая церковь, я вдохновляю и ободряю. Слава нашему Господу. И еще у нас есть такое потрясающее свидетельство нашей сестрички Алинки. Это Алина Кикляр. И вы знаете, Господу нет разницы. Он слышит, встань на ступенечку сюда. Он слышит молитвы, когда нам 30, 40, 80 и даже 8. В любом возрасте. И вот в их семье произошла такая ситуация. У них есть такой потрясающий хомяк, которого зовут Бусинка. Вот такой вот хомяк. И вот перед праздником Пурим эта Бусинка сбежала из своего домика. И не могли ее найти. Оказалось, когда нашли, оказалось, что она каким-то чудом попала в машинку стиральную. И ей защемило ножку. Заднюю ножку. И они не могли даже ее достать. Пришлось раскручивать там что-то в этой машинке для того, чтобы... И эта ножка у нее, в общем, отдавилась, вывернулась, и она просто в другом направлении смотрела. И Алина, конечно, затужила, поплакала и говорит, папа, давай мы за нее помолимся. Но папа ей сказал, Алина, хомяк твой, молись ты. И Алина помолилась в субботу утром, перед тем, как идти на праздник Пурим в церковь. Она помолилась. Как ты помолилась, Аля?
Я помолилась и сказала: Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы моя Буся выздоровела. Она за нее помолилась, и семья пошла на служение в церковь. И когда они вернулись, то просто чудо Божье, потому что нога стояла на нужном месте, и хомяк бегал, хотя до этого она не могла, вообще сидела, не могла даже на нее встать, потому что в другом направлении была. И хомяк вот просто, мама Алина говорит, я думала, что он уже будет инвалидом. Но вот так вот раз-раз, и Господь вправил, сказал, чтобы он был здоровым, и ответил на молитву Алины. Слава нашему Господу! Аминь.